Я каждый год приезжаю к вам и не перестаю удивляться теми темпами, как он строится и реконструируется объекты компании «Фосагро» Череповецкая промышленная площадка. Каждый год новые объекты, реконструкция, увеличение объема производства, новые типы минеральных удобрений, развитие географии поставок, строительство логистических центров. Это компания, наверное, мировой лидер по инновациям. Мировой лидер по темпам строительства и реконструкции объектов. Мировой лидер по технологическим решениям. И то, что сегодня видим, мы здесь, это абсолютно уникальные объекты, которые работают на развитие компании, на развитие несырьевого экспорта, то, о чем говорил наш президент. Это вклад в развитие, социально-экономическое развитие страны, Вологодской области. И, конечно, для нас компания «Фосагро», Череповецкая промышленная площадка «Апатит» – это надежный партнер. Мы делаем все возможное для того, чтобы эти проекты были реализованы. Мы гарантируем меры государственной поддержки, которые предоставляем решением инвестиционных советов. И на последних инвестсоветах были приняты решения о поддержке программ увеличения производства минеральных удобрений объемом льгот более 5,5 миллиардов рублей. Мы приняли решение и предоставили земельный участок 336 гектаров для строительства железнодорожной линии, развития линии железнодорожной «Криолит», для того, чтобы все, что вы производите, было своевременно доставлено в порты отгрузки. И я с удовольствием сегодня, присутствуя на открытии этого нового, уникального объекта, хочу сказать слова огромной благодарности, прежде всего, трудовому коллективу. И это делаете именно вы. Все эти подвиги и производственные рекорды достигаются именно вами. Поэтому главная ценность компании – это люди. Поэтому от всей души желаю трудовому коллективу новых трудовых свершений, хорошей заработной платы и веры в будущее. Будущее нашей огромной компании, компании «Фосагро». С праздником! Слово для приветствия предоставляется генеральному директору публичного акционерного общества «Фосагро», президенту Российской ассоциации производителей удобрений Андрею Андреевичу Гурьеву. Уважаемые гости, уважаемый Олег Александрович, дорогие коллеги, друзья, мы сегодня находимся здесь, в сырьевом логистическом, по сути, центре, не складе. Это первый этап и один из таких важных и знаменательных, который символизирует, по сути, наше стремление компании сегодня к самообеспечению себя сырьем. Мы растем на 10% в год. Это огромные цифры. 10% вали – это почти. Сегодня мы производим 9 миллионов тонн. Это 800-900 тысяч тонн новых продуктов, новых удобрений в год, который производит компания. И, конечно, за совершенно небольшой срок нашего динамичного развития мы столкнулись действительно с нехваткой и необходимостью именно инвестировать в расширение нашей инфраструктуры, именно инвестировать в нашу устойчивость по переработке сырья, по обеспечению себя, в первую очередь, сырьем. Этот склад является первым этапом по строительству сульфата аммония, того продукта, который мы сегодня покупаем и собираем практически со всей страны, чтобы производить наши с вами экологически чистые удобрения. И, конечно, после его производства мы сможем сами обеспечить себя этим одним из самых необходимых и важных продуктов, который необходим нам в нашей линейке минеральных удобрений. Мы закончили программу 750. Мы сегодня модернизировали серные кислоты. Это один из дальнейших шагов, опять же, на пути самообеспечения себя серной кислотой, по сути, который даст нам возможность не закупать 700 тысяч тонн кислоты, которую мы из 1 200 000 тонн, это такие цифры, которые мы покупаем сегодня. Поэтому компания идет поэтапно, но очень быстро и динамично. Я уверен, что каждый наш следующий шаг, он соответствует нашей стратегии. Стратегия наша заключается сегодня в том, чтобы быть лидерами везде, но устойчиво себя обеспечивать, в первую очередь, сырьем, потому что это и есть наше конкурентное преимущество практически перед всеми нашими
не коллегами, а конкурентами в мире. Я хочу вас поздравить и сказать вам большие слова благодарности за вашу работу, за ваше участие, за ту команду, которую мы построили вместе с вами.